Всем доброе утро. Я вчера даже не сняла концовку блога, потому что у меня там проблемы возникли. Я сегодня в ужасном настроении из-за этого. Но я надеюсь, я все решу. Если решу, будет очень хорошо. Мы гуляем, как обычно. Смотрите, какая красота тут. Пруд, там церковь. Погода отличная. Рекса, иди с поводка. Пойдем. Пойдем. Я опять не выспалась. И ненавижу утро. Как противно каждое утро вставать. Ой. Сейчас мы домой вернемся. Я душ приму, позавтракаю, приду в себя. И мы поедем на квартиру. Это очень хорошо. Наконец-то у меня будет 2-3 часа, когда я смогу позаниматься своими делами полезными. Мы едем. Куда мы едем? Мы едем на нашу квартиру, потому что к нам придет замерщик окон замерять наши окна. И мы заехали в строительный, и я купила там килограммов 7, наверное, всякой фигни, наконец-то, для декупажа. И это было значительно дешевле, чем Леонардо. И Алишер очень сильно хочет спать, судя по тому, как он зевает. Я тоже спать хочу. Ой, ребята, я сейчас несколько часов не снимала, потому что такой трэш. Никуда мы не поехали, ни на какую квартиру. Нам тут позвонили, у нас офигеть какие проблемы. Но это все настолько плохо, что мне уже даже весело. Мало того, что у меня проблема, так еще и у Алишера проблема. В общем, сейчас мы решаем эти проблемы. Меня отправили тут посидеть, отдохнуть, пока мужчины решают все и делают. Я там помочь ничем не могу. Я сижу и думаю о том, что у меня разряжается телефон от того, сколько я сегодня звонила, писала, говорила по телефону, решала все вопросы. Я не знаю, как этот день пройдет и как он закончится, и что вообще дальше будет, я уже вообще ни в чем не уверена. Потому что ты думаешь, будет одно, а потом происходит совершенно другое. И хорошо, что мы не взяли собаку с собой. Мы реально думали, взять ли ее с собой сегодня или нет, решили оставить дома. Это было очень правильно. Потому что сейчас бы с ней тут была куча проблем. О, боже. Что за фигня вообще происходит? Меня не покидает ощущение, что все, что делается, все к лучшему. Но, блин, чтоб вот так вот, пинками, это просто жесть. Ты тут решил сделать убийство человека? Ой, вы бы знали, как я хочу есть. Где я сейчас нахожусь и что я сейчас делаю. Но это тайна. Хорошо смотришься. Есть хочу. Я иду. Ой, Макдак. А тут есть просто Макдак, интересно. Только Макавто. Короче, меня все послали в Макдак покупать еду. Беляши тоже купила, что ли? Какие беляши? Запах беляши. Нет, это так пахнет мой Макфреш, который я сейчас съем. У меня полный рот слюней. Всем привет еще раз. Ну, я наконец-то оказалась дома. Да, я не снимала на квартире, точнее снимала, но опять же, я покажу вам позже. Сейчас пока нельзя. Ой, вы знаете, это один из тех дней, когда хочется очень много чего рассказать, потому что это реально пипец то, что сегодня все происходило, но я просто не могу об этом говорить. Нельзя. Назовем это коммерческой тайной просто. Я устала. Реально. За сегодня. Но все равно день был очень хороший, потому что сегодня за день мы с Алишером общались, наверное, больше, чем за предыдущие 3 недели, потому что он очень много работал. И я реально вся такая веселая, потому что я по нему скучаю. А сегодня мы целый день вместе, пускай мы носились с криками «Ага, что делать?», но тем не менее... Вы что делаешь?
Но тем не менее, мы делали это вместе, и это реально очень круто, когда ты рядом с любимым человеком. Сейчас я уберусь, Рекса тут, конечно, дело наделала без меня, потому что мы уезжали на весь день, сейчас 9 вечера, я только вернулась, и я ее днем не выгуливала. Я уже за ней почти убрала, осталось за котом убрать, и после этого я пойду гулять с собакой. Потом их всех покормлю и сяду за комп, меня там ждет целая куча дел, и надо видео за вчера смонтировать. О, не, люди, это реально, у меня такого дня еще никогда не было. Что вчера вечером, что сегодня утром, это кошмар. Но я верю, что все, что не делается, все к лучшему. Это реально так. Главное справиться. Я уже начала декорировать трюмо. Покрыла его первым слоем краски. Надо еще одним и еще одним. И только потом уже можно будет наклеивать декупажную карту. У меня прямо руки чешутся. И надо на днях съездить в еще строительный, купить материалы всякие разные. Окна сделаю только через 2 недели. Ай, Рекса, не кусай меня за ноги. Поэтому придется начинать делать ремонт до того, как сделают окна. Но сначала надо вывести старую мебель. И я там нашла на той квартире старые дневники. Ну, это моя родственница. Ее уже нет в живых. И это реально так интересно, слушайте. Ну, там, я знаю, что нельзя читать чужие дневники, но как бы это не живой человек, и для меня это как некая, ну, не то, что культурная ценность, блин, культурная ценность тоже, но просто я сама веду дневник уже много-много лет, с 12 лет, я уже, значит, 12 лет веду дневник, даже больше. И это реально очень здорово, когда ты читаешь, как проходил день другого человека, которого уже нету, что он делал, что он ел, устал ли он, ходил в магазин и так далее. Слушайте, это серьезно, это очень круто. И я с собой взяла часть я оставила там, мы это выкидывать не будем, обязательно сохраним. Я хочу это почитать, потому что, ну слушайте, это клево. Лет через 500 это будет еще больший раритет, я хочу, чтобы это сохранилось. Вот, так что я буду эти дневники еще читать. Что еще там было? Мы сломали одну полку случайно. Я не знаю, как мальчишки это сделали, это было без меня, но как-то один из них на нее упал. И мне ее жалко, потому что именно эту полку я хотела оставить. Но от нее ничего не осталось, по сути. Так что вместо двух полок оставим только одну. И мне так не хотелось ехать обратно в эту комнату. Там так здорово в этом месте. Там птички поют, там свежий воздух. Там очень клево, тишина. А вот здесь за окном постоянно шумят машины. Я серьезно устала от этого. Там очень классно. Скоро переедем. Да-да-да-да-да. Куда это ты? Куда это ты? Куда это ты? Я съем тебя. Поймай меня, поймай, поймай. Рекса, Рекса, поймай меня. Ну подожди. А теперь я тебя скушаю. Лови меня, лови, 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 лови. Лови, 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 лови меня. Ты где? Рекса? Рекса? Нету Рекса. Рекса в засаде. Рекса в засаде. Я сейчас буду мыть. Чего это ты выскочила? Все, я уже пошла мыть посуду. Посуду мне надо помыть. Не хочу. Вот это надо помыть. И вот это надо помыть. А это, слава богу, чистое. Так что придется мыть. Подарите мне посудомоечную машину, пожалуйста. Сделал дело, гуляй смело. Я гулять не буду, я пойду почищу зубы и залезу в кровать с этими дневниками, которые я сегодня нашла, и буду их читать. Так что всем до завтра.